Black Shark GT3, подразделение Xiaomi выпустило умные часы. Сейчас с ними более детально познакомимся. Вот такая интересная коробка. Есть необходимая информация, по сути дела, да, что они могут, а именно о часах. Это 1,96 AMOLED-дисплей, кстати, очень хорошего качества. По яркости вполне нормально, благодаря тому, что AMOLED, на улице все хорошо видно. Есть разные циферблаты, даже Shark GPT, тоже это покажу в приложении. Вот, можно до 10 дней батареи прожить, но если активного использования, то хотя бы хватило на 3 дня. И больше 100 вот, различных занятий спорта поддерживает. Bluetooth-звонки, что очень здорово, защита от воды. Вот, но, в принципе, других защит так особо и нет. Да, поэтому купаться, глубоко нырять, конечно, не рекомендуется, но душ, там, легкое плавание они должны выдержать. Коробка, конечно, симпатичная. Еще в коробке у нас за этими перемычками есть вот такой магнитный кабель. Вы кладете часы на него, и они начинают заряжаться. То есть, как видите, никаких контактов нет. Просто положили, и идет зарядка. Так, дальше. Здорово, что кроме ремешка, который под кожу, есть уже на самих часах, у нас имеется также силиконовый ремешок. И он, кстати, по ширине немножко больше, чем вот этот кожзам. Ну и документация. Вот она есть. Тоже, если хотите, можно на досуге почитать. Вот. Так, дальше. Пока что это в сторонку. Перейдем к самим часам. Внешний вид симпатичный. Есть два варианта по цветам. Есть вот такой серебристый. Кстати, это металл. Стекло, сам экран. И вот пластиковая сторона обратная. И вот такая кнопка. Имеет несколько функций. То есть можно передвижением этого колеса регулировать или настраивать, что вам нужно. Или, вот, в принципе, нажатием можно включать экран. Итак, по рамке сейчас покажу вот на примере этого приложения. Как видите, рамка довольно-таки крупная, но это такой нюанс. И, кстати, вот брендированный ремешок, написано Black Shark. Есть Always on Display. Мне понравилось то, что можно устанавливать конкретное время, когда он будет включаться и когда будет выключаться. Вроде бы есть в настройках функция поднятия руки, и экран должен загораться, но явно какая-то ошибка, у меня так ни разу он и не включился. К сожалению, такая вещь присутствует у данных часов. Ну и можно, в принципе, Always on Display, как цифровой циферблат, да, будут цифры, либо стрелки, как обычные классические часы. Так, что еще? Несколько циферблатов уже есть в наличии на данном девайсе, есть информативные, есть вот такие. Кому-то, может быть, такой вид будет интересным. Так, сейчас уменьшу немножко яркость. Вот есть различные функции, включаются, запускаются. Например, так, ну, включайся. Ага, вот сверху опускаем. Есть настройка. Настройка циферблата, то есть это те циферблаты, которые у нас были. Дальше в настройках, кроме этого, есть еще, так, ну, пускай это будет. Есть универсальный, там поднятие руки, ну я уже говорил, что у меня все в принципе включено, но почему-то при поднятии руки оно не функционирует. Есть возможность включать функцию «Не беспокоить», пароль даже можете устанавливать. Вот экранные часы, то есть Always on Display, и время, период, когда вы хотите, то есть это нужно настраивать через приложение, либо устанавливайте на весь день. Тип набора, то есть именно либо цифрами будет показывать Always on Display, либо классический циферблат. Режим ночных часов, то есть уходит в затемнение и не так будет слепить экран. Дальше по яркости. Вот сейчас максималка, в принципе, яркости, я уже говорил, хватает, и минималка на достаточно хорошем уровне. Давайте сделаем чуть больше половины. Вот. И время, сколько светится экран, тоже это все можно настроить. Звук и вибрация. Вибрация, скажу честно, бывает и посильнее, но достаточно хорошо слышно, отзывается, ну, там до 3 раз можно делать настройку. То есть 3 раза вибрирует и не более того. По языкам, вот можете увидеть, есть автосинхронизация, то есть автоматически будет по настроенному языку вашего телефона. И как видите, языков здесь в принципе достаточно. Есть украинский, есть русский язык, там, болгарский, Дания. То есть несколько десятков здесь вам обеспечено. Настройка темы основной, вот, выключение, перезагрузка, сброс, в общем, все эти настройки имеются. Так, еще что здесь есть? Подключение по Bluetooth телефонных звонков. Вот настраивать яркость, такой тоже быстрый доступ. Не беспокоить. Так,
типа фонарь, тоже достаточно яркий. Вот, еще есть функция получать или отключать уведомления. Календарь, что интересно, тоже, возможно, кому-то пригодится. И вот поиск, по сути дела, поиск телефона, да, есть такая функция. Так, еще, вот быстрый доступ тоже к некоторым функциям, там кислород проверять, можете добавить себе, какие функции вам будут нужны. Так, дальше, сообщения, в принципе, все читается, и довольно-таки крупные значки по шрифту, можно сказать, что он ровный, нет такого, что там одна буква прыгает, другая нет. Батарея у часов 250 мАч, в принципе, на очень активное использование хотя бы хватило на 3 дня. Но пишут до 10 дней, это, скорее всего, если вы отключите Always on Display и будете пользоваться тоже непривязанным к приложению. Вот. Сейчас покажу пример, как выглядит приложение и каковы его функции. Приложение называется Shark VR. Как видно, 3,7 балла по отзывам получил это приложение. Ну и знакомимся, собственно, с самим приложением. Итак, статус, здесь можно смотреть общую информацию, погода в правом верхнем углу, шаги, килокалории, километраж, пульс, уровень кислорода, сон, давление, вес, не знаю, что он измеряет. Так, дальше есть, оказывается, GPS-навигация, то есть если вы занимаетесь спортом и там бегаете или катаетесь, можете включить и видеть, собственно, где вы точно находитесь. Но есть вопросы к точности данного определения, потому что метров так 20, а то и больше, показывает расхождение. Дальше есть информация об устройстве, то есть соединение. Дальше циферблаты, их здесь больше сотни. И, в принципе, кое-что можно найти более-менее информативное. Но в основном здесь обычные картинки. Собственно, можно поискать. Уведомления есть настройки. SMS, Gmail, Viber, Telegram, YouTube – это как бы основные. Ну и есть дополнительно другие. По сути дела, приходит от многих приложений уведомления. Есть возможность подключать Bluetooth-звонки, сигнал о потере часов. Тоже можно включить, там не беспокоить, будильник можете завести, напоминание о бездействии, единицы измерения, формат даты, это очень хорошо, то есть так как принято, допустим, в вашей местности, резервный диск, по сути дела это Always on Display, то есть можно настроить время включения вот, и отключения данной функции. Вибрация, сколько раз, вот 3, как видим, не более. Подсветка, тоже настраиваем по секундам, поднятие руки. Я уже говорил, что, в принципе, эта функция почему-то не функционирует на часах. Поднимаешь, и она как-то не действует. Мониторинг пульса тоже можно здесь настроить. Женский календарь, камера можно управлять или делать снимок при помощи часов. Обновление ПО, синхронизация контактов. Можете установить здесь как минимум 10 контактов, которые у вас будут определяться во время звонков и будет показывать, кто именно звонит. То есть не просто номер, а именно конкретный контакт. Фондовый рынок, не знаю, к чему это здесь. Мировое время тоже можете самостоятельно устанавливать. Пароль даже настроить. Ну и вот чат GPT, но он, к сожалению, только на английском языке. То есть как вы ему по-русски не будете задавать вопрос или на другом языке, он понимает только английский и что-то там пытается вам объяснять. Ну, в общем, такая вот, такое баловство. И, по сути, о себе можете настроить информацию, кто вы, что вы, сколько весите, какой ваш рост. Ну и подведу итог. Это Black Shark GT3. Дизайн такой симпатичный, как видите, такой полукруглый экран. Изгиб, потому что AMOLED. Динамик не самый громкий. Хорошо, что есть возможность звонков. Вот здесь микрофон присутствует. Дизайн красивый, симпатичный. Довольно-таки твердый ремешок. Я не могу понять, почему не работает функция поднятия руки. Так, в принципе, он у меня никогда и не запустился. Не включился, когда поднимаешь руку и хочешь посмотреть уже на более детальную информацию, которая поступает или есть на наших часах. Приложение очень такое информативная, то есть можно много чего настроить. Плюс в том, что есть дополнительный ремешок. Если честно, я для красоты, может быть, и можно и такой использовать под кожзам, но такой более практичный, мне кажется, силиконовый. Заряжается где-то до 2 часов полностью батарея. И, кстати, вот в отношении того, как быстро она садится, батарея, индикация заряда показывает не вполне адекватно, то есть вчера вечером зарядил, да, сегодня утром уже может показать 50% разрядилось. Не знаю, с чем это связано, возможно, нужно погонять батарейку, и тогда будет показывать более адекватно. Вот. Но, в принципе, за свою цену на распродаже можно было взять за $21 их, и сейчас их цена 30+, там 32, 35, кто какую установит. В принципе, внимание на них можно обратить.
Но это такое, конечно, на любителя. Есть подешевле, но не хуже варианты. И с более мощной батареей. Пишите, что думаете о данном девайсе. Это Black Shark GT3. Пишите это в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки. И хорошего вам дня и настроения. Всем пока-пока.